дня, на первый миг, на первый вдох, на день хорош он или плох. Благослови еще меня на все дела в течение дня, на каждый час, на каждый шаг, чтоб не осилил меня враг. На перекрестках всех путей, в лесной глуши, среди людей, и, наконец, на склоне дня, благослови на ночь меня. Господи. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях дуэт Анатолия из города Москва, Анна Шибкова и Анатолий Ядрышников. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, отец Анатолий. Да. Хорошее начало для передачи. Благослови Господь меня. Во славу Божию. Да, и вам Божие благословение, и на ваши труды. И спасибо, что вы нашли время, возможность приехать на нашу передачу. Скажите, пожалуйста, а чьи это стихи? Эта песня? Да, эта песня написана на стихи монаха Варнавы Санина, нашего с вами современника, поэта, драматурга, писателя. Музыку написал Анатолий Ядрышников. И для нас, вы знаете, такое большое счастье в жизни, что отец Варнава был милостив к нам и разрешил, во-первых, писать, у нас есть официальное разрешение, исполнять и писать песни на его стихи, читать его стихи. И, конечно же, любое, вот, хотя бы самое маленькое общение, да, с ним для нас, ну, большое благословение. Оно дает нам силы и дает уверенность в том, что мы на правильном пути. И отец Варнава был настолько милостив, что откликнулся на такой наш порыв. Мы захотели, появилось желание, причем оно родилось на концерте вдруг. Вот мы выступали, и оно родилось. Я объявила всем, что мы хотим написать цикл детских песен. Создать альбом песен для детей. Анатолий недоуменно на меня посмотрел. Ну, как обычно, да. Как обычно. Сначала рождается идея, да, потом. А на этом концерте мы исполняли песню колыбельную на стихи монаха Варнавы Санина. И эту запись, видео с концерта, мы отправили отцу Варнаве. И вы знаете, через 3 дня у нас было 10 новых текстов колыбельных песен. Это счастье невозможно просто объяснить. Это и слезы, и радость, и благодарность. И все они, ну, настолько они прекрасны, эти тексты, и очень разные. Как можно в колыбельных песнях быть настолько разными? И песни эти были написаны, с нашей стороны мы попросили благословения у протоиерея отца Александра Михайлова, главного секретаря Волжской епархии. В этом году Волжская епархия отмечала свою годовщину, там молодая епархия, с его благословения и, конечно же, с благословения настоятеля Никола Радовицкого монастыря. И диск, если мы его запишем, песни-то уже все написаны, вот сейчас записываем, работаем над этим. И
надеемся, что он будет достойно звучать. И диск этот выйдет в рамках миссионерской программы для детей и взрослых. Вот, от Николы Радовицкого, при содействии Николы Радовицкого мужского монастыря. Вот такая радость. И хотели бы, с вашего разрешения, исполнить сегодня две колыбельные с этого диска. Первую колыбельную никто еще никогда не слышал. Это премьера. Слышал только монах Варнава Санин. И, кстати, я вот хотела сказать, пользуясь случаем, я хотела бы сказать телезрителям, что у отца Варнавы есть свой сайт. Сайт монаха Варнавы Санина. И есть сайт библиотека монаха Варнавы Санина, на котором выложено 50 томов в свободном скачивании писателя монаха Варнавы Санина. Там и пьесы, и стихи, и, ну, то есть практически все, что он создал. Поэтому обязательно ознакомьтесь. На мой взгляд, это величайшие произведения, и многие из них очень важны именно для нашего времени. Итак, первая колыбельная называется «Ангельская». «Ангельская колыбельная». День прошел, и слава Богу, завтра вновь новую дорогу. И чтоб нам осилить путь, ночью нужно отдохнуть. Баю-бай, бай-бай, баю-бай. Скорее, бай, бай, засыпай, бай, засыпай. Ангел твой с тобою рядом, смотрит добрым, добрым взглядом. На тебя с любовью он посылая сладкий сон. Баю-бай, бай-бай, баю-бай, бай-бай, поскорее, бай-бай, засыпай, бай, засыпай. Устроил все премудро, вслед за ночью будет утро. Мы помолимся опять и пойдем во двор гулять. Баю-бай, баю-бай, баю-бай. Скорее, бай, бай, засыпай. Господи, я решил на второй части песни попробовать уснуть. Но было интересно, вот, как гитара играет, как сочетается мелодия, такая она вот усыпляющая. Ну, то есть они действуют? Действуют. На второй я обязательно попробую. Ну, вы меня разбудите. Постарайтесь. Мои телезрители тоже разбудим.
Вот. Хороший подход, хороший гитарный, мне очень понравился подход. Ну, спасибо, отец Анатолий, приятно. Да, такое решение. Гитара как бы не мешает, она журчит, как, вот, как ручеек. Непонятно, какие там аккорды, там, ну, не, анализ не включаешь, вот, там, тоника, субдоминанта, доминанта, а главное, такое ладовое. Так атмосфера. Атмосфера, да. Правильно, настроение, все, молодцы. Настроение. Я думаю, что у вас получилось. Вот, и ждем с нетерпением этого диска. Я обязательно приобрету и буду это, спать, ложиться под него. Мы привезем вам обязательно. Вот запишем, привезем. Ну, у нас осень заканчивается. Приближается зима. И поэтому сегодня мы исполним зимнюю колыбельную. На сайте YouTube можно посмотреть клип на эту колыбельную. Но так как мы к вам в гости пришли, мы все-таки вживьем ее исполним. А клип, на наш взгляд, получился очень, очень трогательным, детским, добрым. И приглашаем всех телезрителей набрать в интернете, на канале YouTube, например, дуэт Анатолия «Зимняя колыбельная» и посмотреть наш клип. Ну, обязательно. Господи. Ну, я проснулся в конце, конечно. Ну вот, мы... Не могу, потому что все-таки ответственность, чувство ответственности меня разбудило, что надо дальше передачу вести. Ну, я очень рад познакомиться с вашим дуэтом. Для меня это открытие. Еще немножко расскажу, какой казус. Да. Я был в Москве, в клинике лежал по поводу давления, меня обследовали, значит. И вот в кардиологическом кабинете, значит, меня врач, кардиолог обследовал. И потом, и вот вечером я просматриваю, ну, контакт свой, ВКонтакте, социальную сеть, и увидел, что ко мне пришло предложение дружбы от этого кардиолога. Ну, смотрю, лицо, ну, знакомая. Москва, все совпадает. Я обрадовался и решил посмотреть, чем живет этот кардиолог, какая у него жизнь, женщина. И смотрю, она, оказывается, поет. Думаю, ничего себе, как это, как так, как я в такую клинику попал, где даже кардиологи поют, подумал я. Вот. И начал слушать. И оказывается, у этого кардиолога есть еще гитарист, вот, который прекрасно играет. Думаю, вот это Москва, думаю, вот это Москва, в больнице. Вот. И я, конечно же, сразу подружился. И пишу ей,
Я хотел бы вас пригласить, значит, на передачу, если вы не против. И мне приходит ответ, что да, конечно, там, я мечтал, я думаю, что-то такое, ничего не понимаю. А что там, как это произошло дальше? Отец Анатолий, ну, дело-то было вот как, с моей стороны. Дело было так, что я прочитала одно ваше интервью, которое меня очень, ну, вдохновило, и мне захотелось найти, есть ли у вас страница, подписаться. Я нашла страницу, подписалась, попросила добавить себя в друзья. А потом-то я поняла, что ведь это же отец Анатолий Першин, который ведет передачу «Лаврские встречи». А вы сначала интервью услышали, да? Я сначала увидела интервью. Тоже не совпало у вас? Да, у меня не совпало, да. И, да. И, естественно, я как певица, мне захотелось участвовать в вашей передаче, мне захотелось с вами познакомиться, может быть, даже вместе что-то исполнить. И мне было трудно сделать первый шаг и решить вам написать. И вот с этими мыслями я оставила это все до завтра, я легла спать. В 5 утра я просыпаюсь и понимаю, что сегодня мне нужно написать отцу Анатолию, чтобы попроситься участвовать в вашей передаче. И с этими мыслями ворочаюсь еще час, встаю, открываю планшет, включаю контакт, и там от отца Анатолия: «Здравствуйте, Анна. Приглашаю вас к себе на передачу». Но вторая фраза: «Вот ведь как бывает». У меня такое было чувство, что через меня молния прошла. Вы знаете, честно, я моргала вот так глазами, думаю, что мне со сна показалось. Потом я подумала, что кто-то надо мной пошутил. Но кто же мог мысли знать? Мысли читают ваши. Мысли читают. Да нет, вот отец Анатолий Першин. Так просто я думаю, что это не случайно. Да. И Господь помог, ну, мне, например, помог вашими руками. Потому что... Вот, видите, мы теперь в студии. Так что такая спасибо радость кардиологу. Да, познакомься, пожалуйста. Это очень хорошая женщина-кардиолог. Я думаю, что вы тоже в каком-то смысле кардиолог. Ну, я имею в виду, сердца лечите человеческие своей музыкой. Ну, вот однажды на концерт нам пришла женщина, и после концерта она подошла и сказала: «Вы знаете, а вы можете лечить? У меня сегодня было плохо с сердцем, но я все равно пришла на концерт, и теперь мне так хорошо». Ведь я угадал. Будем лечить музыкой. Да. И мы, значит, мы, когда стали переписываться на расстоянии, решили, вы предложили спеть песню. Да. Да, совместно. Мне бы очень хотелось, если можно. Ну, сейчас это вот... Да? Удовольствие. Мы на расстоянии, я вам предложил песню, и мы на расстоянии ее выучили, да? А вообще-то она называется «Вера». Вот. Сначала как бы такая тайна в тексте. Она пришла, и все изменилось. Кто она? Может подумать, что женщина или что-то еще... Она пришла, и все изменилось в том королевстве тусклых зеркал, как будто с неба спустилась милость, и этой милости я искал. Так что же делал я все эти годы? Зачем я жил и куда спешил? Теперь в обломках былой свободы еще остатки живой души. Она пришла, и душа согрелась, и стало радостно, и светло, и красота никуда не делась, она всегда побеждает зло. Мы хотели бы исполнить, предлагаем исполнить все вместе.
песня из репертуара Валентины Васильевны Толкуновой. И в наши выступления мы всегда обязательно включаем одну или две, три песни из ее репертуара, потому что так зрителям хочется слышать эти песни, такая большая любовь у них к творчеству Валентины Толкуновой до сих пор. И люди знают все эти слова, и зал всегда поет вместе с нами. А для меня это школа. Школа петь духом, петь душой. И быть на высоте, да? На высоте не только в профессиональном плане, в певческом, а на высоте вот максимально возможно хорошо, насколько ты можешь быть, да, хороший, в хорошем смысле, тянуться к Богу. И исполним сейчас песню «Ангелу-хранителю». Там очень простые слова, очень добрые, молитвенные. «Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой». Батюшка в юности мне говорил, что рядом со мною всегда и везде. Ангел-хранитель, его я просил Господа Бога молить обо мне. И пела я молитву из нескольких слов, что родом из детства и радостных снов. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Батюшка в юности мне говорил, что знает все тайные мысли мои. Ангел-хранитель, его я просил Деву Марию молить обо мне. И пел я молитву из нескольких слов, что родом из детства и радостных снов. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Батюшка в юности мне говорил, что ангел хранит меня ночью и днем, чтобы его я почаще просил всех святых тоже молить обо мне. И пел я молитву из нескольких слов, что родом из детства и радостных снов. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Господи. Слава Богу. Я думаю, что телезрители с нами даже подпевали эту песню. Хорошая песня. Ну, все, прощаемся. На этом, как ни жалко. Боже, всем помощи, вам тоже творческих успехов. Дорогие мои, с вами были Анна Шипкова и Анатолий Ядрышников. Город Москва. Боже, всем помощи. До свидания. И ангел-хранитель.